Комплект постельного белья «Магия снов». Посмотрите, пожалуйста, какой роскошный дизайн. Юля нам сейчас его представит. С удовольствием это сделаю. Представлю вам главный цвет года. Нежный, серый, оттенок стальной и белые цветы на нем. Свежая, нежная спальня. На эти оттенки приятно смотреть перед сном. Приятно окунуться в негу цветущего сада утром, когда открываешь глаза. За окном еще нет красок, а в вашей спальне уже цветущие сады. Очень приятный оттенок. Это белье у нас коллекционное. Это белье мы создавали для вас. Очень красивый рисунок, так еще и современная ткань, которая маломнущаяся. Да, уже сразу оценила и присмотрелась. Практичная хозяйка. Действительно, сильных заломов на ткани нет, особенно гладить ее не придется, постель будет выглядеть безупречно, а вы не будете тратить время на эти бытовые изнурительные процедуры. А вот прикасаться и гладить не утюгом, а руками вам будет очень приятно. Ткань называется полисатин, это мягкие микрофибровые волокна, сплетенные с сатиновым плетением по диагонали. Поэтому получается бархатца, тактильно расслабляет это белье, очень приятно к нему прикасаться, катышей на нем со временем не образуется, и всегда оно остается прочным и добротным, с хорошим сохранением рисунка. И обязательно более подробно о полисатине узнаем в полной презентации. Так, а сейчас мы узнаем, что же мы получаем в комплекте. Так. Это простыня, пододеяльник и две наволочки размером 70 на 70. У нас есть полутораспальный размер, двуспальный и размер евро. Выбирайте сегодня для себя. В полутораспальном размере вы можете выбрать это комплект постельного белья по цене 999 рублей. Двуспальный 1499 рублей. И размер евро 1699 рублей. Это выгодное предложение. Выгодное предложение, красивый дизайн. Ну и, конечно, нас интересует практичная сторона. Естественно, постельное белье приобретаем не на один год. И, конечно, хочется, чтобы оно прослужило подольше. Именно поэтому я выбрала полисатин. Что это такое? Материал, ну, для кого-то новый в названии, да? Сатин, здесь главное слово. Сатиновое плетение полиэфирных волокон. Это очень здорово с точки зрения гигиены. На этих волокнах нет бактериальной среды неприятной, да, потому что все-таки мы влагу теряем, и патогенная флора не образуется. Вот эту ткань даже называют антибактериальное полотно. Это с точки зрения гигиены. Решила начать с этого. Все-таки весна, и уже жарко, и так колеблется температура, влаги теряем больше. Что еще мне нравится в этой ткани? Бархатистость и прикосновение. Да, согласись, правда? Точно. Очень нежно. Как кожица персика прям. Совершенно верно. Или как листочек, да, вот лепесток цветка трогаешь, такая бархатца есть. И вот у этой ткани как раз присутствует такая поверхность. И это очень здорово, потому что важны не только эстетические наши какие-то восприятия, но и тактильные ощущения. Это расслабляет, мы забываем о проблемах. Ну и, конечно, как и любая практичная хозяйка, Ира говорит, ну а стойкий ли материал, а крепкий ли материал? Да. Действительно, он легенький, но при этом очень плотно посажена нить, поэтому он прочный, без разрывов в машинке. Стирать можем, крутить на оборотах, сушить, отжимать хоть до тысячи. Ткань выдерживает. Это здорово, что ткань выдерживает, и здорово, конечно, что его не нужно гладить, потому что, знаешь, я вспоминаю, когда, особенно когда дети беспокойно спят, ну и взрослые тоже, мы бываем, вертимся во сне, просыпаемся, а у нас вся постель вот такая, вся зажеванная, как будто мы ее и не гладили. А хочется, чтобы у нас всегда постель была опрятная, красивая, аккуратная. И как здорово, что сейчас существуют такие ткани, которые позволяют нам всегда держать нашу постель в опрятном виде. Ну и, конечно же, хочется мне здесь обратить внимание на дизайн. Юлечка, ты у нас как человек, который разбирается в разных модных тенденциях. Расскажи, пожалуйста, об этом дизайне чуть подробнее. Мне очень нравится, что основа – главный цвет года. Очень хочется, чтобы наши зрители тоже вместе со мной следили за тенденциями текстильной моды. Знаете, серый во главе угла, как говорится, на пьедестале почета в этом году. Его интерпретируют дизайнеры мировые как цвет спокойного уюта. А второй цвет в этом году – желтый. Здесь тоже некое подобие, ну, такого бежево-желтого цвета, да, в центре цветочков, поэтому постельное белье очень актуально по дизайну. С ним ваша спальня будет современной. Ну, а с точки зрения восприятия, это, конечно, улыбка перед сном и утром. Это однозначно, потому что нежные белые цветы с жемчужной красотой чаруют, расслабляют, сразу о проблемах всех забываешь. Хочется вот почувствовать вот эту атмосферу расслабления, когда ты, знаешь, пьешь чашечку кофе в каком-нибудь цветущем саду. Скоро распустится природа, а пока
эта природа пришла в ваш дом вместе с постельным бельем. Действительно, волшебный дизайн, роскошное предложение и прекрасная цена. 999 рублей за полутораспальный размер. Также вы можете приобрести для себя размер двуспальный и размер евро. Ну, вот действительно, хочется таким бельем любоваться, да? А коты еще сказала, что и гладить не нужно. Это же вообще сказка. Совершенно верно, постельное белье из малосминаемой ткани. Ну, такого, знаешь, волшебства какого-то особого здесь нет. Просто ткань по диагонали, сатин плетут по диагонали, ниточки кладут под углом 60 градусов. Благодаря этому получается легкая эластичность. И ткань можно, ну, буквально вот даже если она там замялась, потому что мы спим, все равно, да, происходят вот такие ситуации. Разгладить можно рукой. С простой тканью вы этого не сделаете. А здесь именно благодаря эластичности чуть расправили, подтянули ткань, хорошенечко ее расправили, и все, и заломчиков нет. Кстати, на глажке экономим 14 дней в году. Ты представила себе, сколько ты гладишь на самом деле? 2 недели, целый отпуск. А я вот думаю, почему я прихожу домой, а у меня вот горка этого белья копится, копится, копится. Муж уже так косо поглядывает, говорит, я так понимаю, что тебе некогда, наверное, сам все это переглажу. Мне, конечно же, неудобно. А что делать? У нас такой стремительный темп жизни, что просто нам не хватает порой времени на вот такие вот бытовые вещи, и хочется от них избавиться. Вот такой вот комплект постельного белья избавиться. Избавит вас от изнурительной глажки. И это время вы можете провести лучше со своими близкими, родными, с детьми. Еще раз напомню, что полноценный комплект постельного белья вы можете сегодня приобрести по цене от 999 рублей за полутораспальный размер. Также есть размер двуспальный, размер евро. Туда входит простыня. Кстати, хочу заметить, что она у нас цельнокройная, да, то есть не будет какого-то шва, как иногда бывает, который доставляет нам дискомфорт. Далее пододеяльник вот такой вот красивый с цветами. И две наволочки большого размера 70 на 70. Тоже посмотрите, здесь тоже у нас цветы по всему периметру. Если вы мечтали обновить комплекты постельного белья, то вот сейчас это прямо то самое время, когда это можно сделать выгодно, по самой выгодной цене, а 999 рублей. Поэтому не стоит откладывать покупку в долгий ящик. Звоните прямо сейчас и заказывайте комплект постельного белья «Магия снов».